Приветствую вас на моем канале Творческая Мастерская. Сегодня будем делать миниатюру. Значит, помогает мне в этом моя лупа. Хотя большую часть резьбы я делал без нее. Только в некоторых местах, где нужно было что-то подсмотреть, где уже глаза слипались, я пользовался вот такой вот лупой. Значит, под нее я сделал вот такую вот подставочку. Она у меня просто вставляется. Как стойки идут две такие палочки от кровати. На своем столе я сделал под них вот такие вот два отверстия, где они просто вставляются. И далее в данные отверстия прилагается вот это вот. Можно поднимать, опускать на нужную высоту. Такое вот простое оборудование. Подсветка служит уже светильничек. Итак, смотрим, как я вырезал миниатюру.